На финише. Короче, я не понимаю людей, которые защищали Козлова. Сейчас, я думаю, их поубавится. И поверьте мне, то, что он ваш парень со двора, и то, что он всего добился сам. Блять, во-первых, это лимит бесконечный. Во-вторых, это опять-таки мнение быдла. Какой-то ебанат в свое время просто сказал, чтобы поддержать футболиста, когда Козлов вышел на замену в матче с Португалией, который мы, кстати, проиграли, он сказал, что Козлов отлично вышел в игру и закрыл Криштиану Рональду. Все, блядь.